Всем привет! Сегодня половим на большом барьерном рифе такого небольшого рачка я нашел. Называется он Ябби. Довольно-таки просто такой красивый рачок, ничего он с себя не представляет, но симпатичный. Будем ловить мы на заливе Диксона на кусочки рыбы. Вот, кстати, у нас первый попался. Такой красавец. Интересный такой яркий цвет привлекает очень. И кроме того, какая еще рыбка тут будет у нас попадаться? Это вот зеленый луциан, они у нас на Сейшельских островах в большом количестве. Вот мидия попалась, тоже здесь есть мидия на кусочки рыбы. Вот такие вот меленькие рыбешки попадаются. Можно на живца их делать. Вот еще у нас красавец Ябби. Красивый рачок. Что у нас тут? Опять зеленый луциан. Мы его на большого живца. Как раз вес подходящий. Так, а тут у нас акула пепельная попалась. И параллельно вводим спиннингом по дорожке. Вдруг что-нибудь тоже у нас попадет интересненькое. Надо, конечно, подбирать приманочки. С первого раза не попадешь в какую-либо рыбу, какую хочется. Приходится искать. Вот еще один красавчик. Поклевочки, смотрим, что здесь такое. Акула белоперая. Вот, все-таки красивый очень такой рачочек. Интересный. Местечко просто вот для отдыха, так вот. Вот попался мангровый джек нам на спиннинг. Две поклевочки. Ага, рачок. Кстати, из него получается обычная раковая шейка. Я уже пробовал делать. Так, вот у нас попался окунь золотой. Интересно. Вот уже стемнело. Вот опять мидии у нас тут клюют. Вот еще у нас красавчик рак Ябби. Вот такое вот интересное местечко. Возможно, если поискать ямки какие-то другие, то может будет он чаще клевать. Но вот лично у меня порядка 17-16 штук, по-моему, попалось вот за неполные сутки этого рачка. Вот сейчас посмотрим. Да, вот 15 штучек тут их. За неполные сутки. Если постараться разловить их, может и больше будет. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.